К новостям спорта. Традиционный турнир по футболу прошел в Люберцах. Он был посвящен памяти почетного жителя города Люберцы и Люберецкого района Владимира Ключкина. Играли команда ветеранов. Подробнее расскажет Екатерина Скрижалина. Владимир Григорьевич Ключкин родился в селе Черемис Рыбкинского района Мордовской СССР. Однако почти весь свой полувековой трудовой путь посвятил городскому округу Люберцы. Работал генеральным директором на Люберецком заводе «Торгмаш», куда пришел простым рабочим. Занимался меценатством, поддерживал люберецкий спорт. При нем был построен стадион на улице Кирова, который сейчас канул в лета. Там сейчас три красивых дома построены. Но все равно мы это помним. Это было его детище. За многолетний труд и личный вклад в развитие городского округа Люберцы Владимир Григорьевич был награжден орденами «Знак почета» и «Дружбы народов». Турнир небольшой, трех команд. В память о таком человеке. Я его, к сожалению, естественно, не знал. Он намного старше меня. Но по, как говорится, по отзывам, так по воспоминаниям местных жителей, что человек очень заслуженный и достойный, который очень много сделал и в городе, значит, много хороших дел и в спорте. Ветераны футбола почтили память почетного гражданина округа минуты молчания, после которой начался дружеский матч. Решили увековечить его имя, как бы, чтобы он очень много сделал. Он для города, если он почетный гражданин города Люберцы, поэтому его уважали не только спортсмены и те люди, которые спортом были, ну и жители города Люберцы. Он много сделал. Люди его все помнят добрым словом. Игроки надеются, что подобные турниры будут проводиться каждый год. Ведь в городском округе Люберцы, как и много лет назад, живут самые талантливые спортсмены Подмосковья. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.